Главный Дед Мороз России зажег в Ханты-Мансийске главную новогоднюю елку Югры на 9-м Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек. В этом году в окружную столицу приехали полсотни новогодних чародеев из разных городов России. В Великом Устюге живет северный олень, родом из Нижневартовска. Превосходно себя чувствует. Зовут его Гром. Живет среди всех остальных оленей. Поэтому приезжайте ко мне, да сами убедитесь. Сегодня хоккейный клуб «Югра» проводит очень важную встречу. Дети из наших учреждений сегодня почувствуют, каково это – выйти на настоящий лед, поучаствовать в большой игре. Я думаю, это очень хорошее начинание. Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек собрал тысячи ханты-мансийцев и гостей со всей страны. Сегодня праздник не только для детей, но даже для взрослых. Но самое главное, что все еще раз убедились в том, что... Чудеса бывают! Раз, два, три, скорее зажги!